Я приобретаю 21-ю Волгу второй у третьей серии 64-го года с пробегом вроде бы или 34 или 36 тысяч километров. В принципе, сейчас жду эвакуатора, жду владельцев автомобиля. Едем в гараж, грузим машину и едем в Мрэо. Поехали. Так, в принципе, сейчас мы посмотрим. Насос есть? Нет, он есть. Компрессор есть, да? Ну, в принципе, мы можем ее, вы его можете вытянуть, так? Да. Колеса, потому что передние приспущены не полностью, а задние нормально. Сейчас с этой стороны посмотрю. Я могу сейчас специально продвинуться. Не, где гараж? Нормально тут место. Я просто... Так, будем подкачивать? Я думаю, ее лучше выкатить, а потом подкатить. Как удобнее, это уже вы решаете. Я специально буду так выдвинуть. Сейчас я подъеду, подкачаю. Давай, давай. Передний, да, задний, я смотрю, нормально выйдем. Зараза, так не катила. А? Спустила и села на колонку. А ну, секунду. Так сейчас накачаем, все нормально. Оставляйте. Сейчас все дело за ним. Пускай уже занимается. Там что, женские, да, разные вещи? Женские, да? Пудра такое. Пошли, в бардачке что ли? Так, в бардачке. Что-то может остаться в том бардачке. Это... блокнот. Все, спички и лампочки. Ничего тут нету, молодцы. Да. Пойдем в багажник. Пошлите в багажник, посмотрим. Это, наверное, от моли. И пакетик пустой. Так, слушай, пошлите смотреть в багажник. Потом там на свету просто будет... Да, наверное, на свету будет правильно тебе я говорю. Сейчас посмотрим. Знаете, когда человек хочет, надо сделать. Так, ну а здесь мы посмотрим лучше уже там, правильно? Чуть-чуть вот пятна, где, видите, подкрашивал. Тут вот. Ну, в гараже не сильно видно. А куда вы на ней ездили? В Крым ездили? Ездили на Кавказ. И на Кавказ ездили тоже?
садимся. Садимся за руль и сейчас выезжаем. Больше нет, это финиш. Сейчас назад чуть-чуть ее. С первого раза, наверное, заедем сейчас. А ну давай еще попробую. Так, передача не включается, тормоз сцепления полностью зажаты. Не працюют. Нифига. Не работает. Ни выжимной, ничего. Ну ничего, это мы исправим. Может это... Нейтралку включить? Вот видим оригинальные. Можешь нейтралку включить сейчас? А я его не держу. Закроем все. Все. Выходим. Ой, блин. Так, двери. Надо закрыть. Багажник тоже. А? Нормально выкатилось все. Единственное, что сцепление и тормоз. Там же секретки у дедушки не было. Нет, никакой. Потому что, ну, вообще, видно, закисло, надо будет. Ничего не было. Смотреть тоже. Сейчас отдаю ключики и все. Сиди, сиди. Я ключи отдаю, и техпаспорт.
Я сейчас скажу, куда ехать. Сейчас, подожди секунду, Вовчик, я сейчас тебе перезвоню. Так, все.